Так, всем привет! Сегодня у нас суббота. What's the day today, honey? Honey? Yeah. 19th? Сегодня 19 ноября 2016 года. И мы едем встречать мою маму в аэропорту! Yay! Мы едем в Миннеаполис. Все по-английски хочу сказать. Короче говоря, я очень рада и счастлива. Что именно с окошком? Вот, но я терпеть не могу ездить в Миннеаполис, потому что дорога хорошая, просто скорость 55 миль в час разрешимая. И это очень назид, потому что в Южной Дакоте 80 миль в час на трассе можно ездить. Короче говоря, я не привыкшая к миннесотовским дорогам. В общем, постараюсь снять как можно больше. Увидимся позже. Talk about the election and who I have on the show this week. First off, real quick, as you probably know at this point, we are building out our home studio, so I've got them. Anyway, bear with us. They're telling us that this whole build should take like 2-3 weeks. You never know with contractors. So in the meantime, we're going to be doing Google Hangouts with people. And my guest today is University of Toronto professor, psychology professor, Jordan Peterson, who is in a whole room. Lady slipped off the road here and down the ditch like last Едем все еще в дороге, уже прошло примерно 2 часа, чуть больше 2 часов мы выехали, по-моему, без 20:10 мы выехали, и в общем, сейчас я вот еду подогрела в этом, на заправке, там была микроволновка, я подогрела еду, муж мой вот купил себе. Это рэп называется. Это из индейки. В общем, 6 штучек таких было. Стоил он $5. Едем. Дорога, конечно, ужасная. Вчера замело. 2 дня назад не было вообще снега. Все зеленое было. Я видео у себя в Инстаграме снимала. А сегодня уже снег. Наверное, мама нам снег из Сибири везет. Ой, задержись. Ой, я снимаю. Да, там отдельный вход. Посмотрите, сколько встречающих, провожающих. Только что один самолет улетел международный. Это вот все в Барнаульском аэропорту. Вот такие вот дела. А, сейчас посмотрела только что видео, папа выставил на канале на своем, про то, как мама уезжала. Вот на этом самолете, наверное, баба Лариса полетит наша. Я думаю, только я сейчас поняла, что она наконец-то едет ко мне. Я как бы знала, что она едет, но не знаю, как-то не соображала, что я не знаю, как это объяснить. Немножко, как она там уезжала. Но надеюсь, что скоро встретимся. По нашему времени она должна приехать в 6 часов. То есть осталось всего 6 часов. Ровно. В 6.30 она должна приехать. Где-то вот. Ну, пока разгрузится. С самолета пока туда-сюда, часов в 7:30, 8 мы встретимся. Ну ладно. Так, вот так Алекс путешествует на встречу к бабушке.
смотрит свои ABC. Really? Какой красавчик, голубоглазый. Сейчас мама только что позвонила, даже не позвонила, написала сообщение с чего-то, у кого-то попросила телефон, и говорит, попросила не у русского, у кого-то, ну, русскоговорящего человека, а у девочки, которая говорит по-английски, говорит, еле-еле объяснила ей, в общем, написала мне и сказала спасибо большое, вот, а мы все едем. Олег, скажи привет бабуле. Привет, баба Лариса! Привет, деда Юра! Муа! Муа! Мы все едем. Такое ощущение, что здесь вообще снега не было. Время у нас 1:37. Итак, время у нас 1:37. Мы едем, едем, едем. Мы сейчас вообще едем не в Миннеаполис, а городок называется Eden Prairie. Мы там сняли отель. Вот, мы сейчас там разгрузимся. У нас тут такой хлам вообще в этом машине. Посмотрите, какой у нас тут хлам творится. Еда, опять еда, мой тональник. Тут детская сумка, опять еда. О, нет, не еда, это моя косметика, памперсы. Короче, чего только нету вообще. Тут Алекс свои мультики смотрит. Тут опять еда. Я его кормила сейчас виноградом. Виноград с собой собрала. Такой сладкий виноград вообще обалденный. Не знаю, доживет он до завтра или нет. Вон еще трава зеленая в некоторых местах. Какое-то озеро там. Геленваген. Дальше едем, 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 едем. First Western Bank and Trust. Какие тут ландшафтные дизайны. Красивые. Hey, what's up, dude? What? О, какая красота. Какая тропка зеленая. You know where to go? О, вот в этом отельчике мы остановимся. Такой симпатичный. Короче говоря, нужно слушать очень много радио, смотреть очень много фильмов на английском языке с субтитрами, самое главное. Я до сих пор фильмы с субтитрами смотрю. It's his best western. Yeah, how do we get up there? Where did I miss it? Well, how do I know? Do
читать самое много, самое важное тоже нужно. Caribou, о, Caribou coffee. Очень вкусное. Джаред сказал, ничто не заменит Starbucks кофе. Что Caribou, что вообще любые другие. Алекс, мы уже почти приехали, подожди немножко. Бедняжка просидела в этом кресле почти 5 часов. Пытаемся найти вход в наш... Эй, hey, Александр! There you go. We're almost there. You're gonna be fine, okay? You are gonna be just fine. Вот он, въезд, въезд, въезд. Yay! Мы заезжаем. Как все красиво. Мы заезжаем в отель. Ура, ура, ура. Ура, товарищи! Алекс, скажи, ура! 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 Hey! I need my finger! Let it go! Отпусти мой пальчик, Алекс. Отпусти мой пальчик, пожалуйста. Отпусти мой пальчик. Alright, gotta go. Так, зашли в отель. Какой-то уютненький отельчик здесь. Yes. Маленький уютненький отельчик. Yeah, this is just in case there's any other turtles. Yeah, it doesn't matter what car. Нету. Third floor? Нет. Нету лифта в этом отеле. Не очень, конечно, таскаться тут с ребенком. Йоп. Рядом говорит, муж мой. Ты говорит, вот что ты получаешь за $100. What room? 308. This way. За $100. Мы хотели в Хай идти остановиться, но там такие цены. Почему-то на этом. В этот уикенд, в эти выходные, наверное, что-то тут происходит такое интересное. Какой-то концерт или что-то еще. Обычно там цены такие же. $100. Фух. Так, входим в комнату. Ой, ну, приятненько. Запах, конечно, какой-то спёртый. Not much room for a pack, Blake. No. О! Итак, шкафчик. The view, of course, is not the Hyatt's view. Huh? I said the view is not from the Hyatt, of course. Вид, конечно, тоже не такой же, как с отеля Хаята. Фух. Телевизор. Вот тут микроволновка. Кофе нужно попить. Тут обычно во всех отелях всегда есть Библия и фен. Так, вот я вижу, что тут, как обычно, Yellow Book. Все мероприятия, которые происходят тут. Ну, холодильничек. Классно. Холодильничек, телевизор. Написано спасибо за то, что вы не курите. Кофемашина вон стоит. Тут про кофемашины всегда такие интересные истории, так что все говорят, никогда не пить кофе в автомобилях. Так, и вот сниму этот туалетик. Шампу и кондиционер, Пантин. Упс. Что-то лосьон для тела. Мыло. Так. Такой приятненький туалетик, уютненький. И красивое зеркало. Ну ладно. Сейчас пойдем шопиться. Так, бассейн. Классный бассейнчик такой. Никого нет. Это самый, как он называется. Стараюсь есть полезную пищу, поэтому сегодня везде с собой еду таскала. И взяла
взяла с собой орешки, взяла с собой немного кеш. Вот. Сижу, точу кеш из фрукты взяла. Лучше, чем сникерсы хавать. Вот такие дела. Сейчас поехали в Mall of America. Mall of America. Пошопиться. Еще одно такое же красивое. Perkins. Наше любимое кафе. Мы сейчас все едем в Mall of America. Mall of America, точнее. Я все время слова спутываю. Говорю половина на английском, половина на русском. Быстро сейчас сниму, хотела заснять, какой тут ужас творится. Тут говорит, сказали, что это парковка типа вся занята. Ну сейчас посмотрим. Вон Macy's приехали, короче, в Новую Америку. Такой капец, столько людей, ужас. Как я люблю жить в городе Брукингс. У нас так тихо и спокойно, никто никуда не торопится. There's more people in this mall than South Dakota. Муж мой говорит, здесь людей больше, чем в этом. Why does everywhere we go they smell like good burgers? I know. Здесь, говорит, людей в этом торговом центре больше, чем во всей Южной Дакоте. Вон Алекс спит. Вон такую лапочку. Такую маленькую лапочку. Ну вот, на сегодня это последний мой полет. Там у меня местечко. Там с другой стороны были такие карандашики на магазине. Симпатично очень было. Will we make it? Barely. Это просто какой-то капец. Интересно, мы найдем тут место припарковаться или нет. Машин каких только нету. В большие города, кстати, приезжаешь, больше японских автомобилей, чем... Не больше, наверное... Ну, хотя, может, чуть-чуть побольше. Так, всем еще раз привет. Вот я маме купила цветок, орхидею. Она любит орхидеи. Я думаю, какой бы ей цветок купить. Мы приехали в аэропорт, короче говоря, в Mall of America. Мы так и не попали. Съездили в IKEA. И вот там я эту орхидейку купила. Вот такие дела. Приехали в аэропорт сейчас. Будем ждать самолета. Пошла за багажом. Прилетела в Миннеаполис. Забрали у меня ручную кладь. Еще не понимаю, куда ее дели. Буду искать как-нибудь. Здесь с дочей встречалась. Сейчас не вижу их. Бежит! Привет! Я квартира. Такими глазами.
маме смотрит. Алекс, бабушку встретил. Алекс, бабушку встретил, да? Что, в этот раз полегче было, чем в прошлый раз? Ну да, более-менее так-то уже представление есть. Да я уже и не переживала за тебя в этот раз. Да? Думаю, сообразишь. Вообще обалдеть. Спасибо. Не, ну ладно бы забрали багаж у того, кто английский понимает, но не у меня же. Мам, ну а что они сделают? Правила есть правила, не переживай. Найдем мы твой багаж. Ничего не произойдет с ним. Алекс, ты с кем приехал? Бабушку встречать. Он такой в непонятках, что происходит. Ты такой модный, ты в джинсах и в кофте. Мы опять, как обычно, купили на праздник. Еще же это день благодарения за Рождество. Поэтому, наверное. Я что-то думала, что мы не на праздники купили, а сами опять на праздники купили. Жарит куда-то пропал тоже. А ты у кого попросила? Ты у кого телефон попросила? Ну я вот девочки впереди меня, вон она стоит в красной кепке. А, ну понятно. О, вот этот чемодан тоже забирали вот при мне. Ну вот вместе с моим. А, ну будем надеяться, что твой тоже выплюнут. О, вон он наш. Ура! Ура, товарищи! Повезло нам. О, ну, у тебя и сумари, мам. Не говори. Представляешь? 23 кг. Ровно 23. Ровно 23. 23. И что это? 10700. Как сказать? Ты брала их в этом Нью-Йорке, подбирала? Да. И что, и переносила опять, как обычно? Да. Я себе телегу брала за 6 баксов. 6 баксов. Ну что я должна была делать? Как я идти должна? Я пёрла. У меня еще сумка была, я пёрла без телеги. Так послушай, я же не знала, я думала опять да на ничего, улицу. Да ничего страшного. А оказывается, не надо теперь на улицу. Не надо? Меня вот так вот прям выпустили, ну. Алекс! Ну, привет, Денис. Ну-ка, Алекс, дай-ка я тебе достану вот с этой. Я так и думала, что я сейчас тебя встречу. Тебе дам. Давай его подержу. Ну-ка, держи. Что ты там? Такой, we got it, Jared! Масяпуську ему привезла. Че, еда пригодилась тебе? Ну, да, я там съела сосиску. Так, тебе бабуля твоя что-то привезла, товарищ мой маленький. Вот. Алекс! Алекс! Да машинка! Тебе нравится машинка? Ничего, так пойдет, он смотрит. Неудобно снимать его. Сейчас, подожди. Ладно, мам, много не давай, он бросает все подряд. Че, Алекс, хорошая? Ему понравилось. Ну, я ж тебе говорю, он бросает. Ну, давай, сейчас. Вытащи сумки из этой. А, как я назвала? Телеги. Как она, телега, карета. Ну что, рассказывай что-нибудь, мам, про полет. Вот молодец, молодец. Передавай, Юрик, привет, привет. Ой, надо Юрику позвонить, я забыла. Юрик, привет. Колесо пропороли. У кого? Поехали на шиномонтажку, Андрей с Таней. Ой, боже мой, бедные. Эти ребятишки, Настя упала, ударила локоть. Вообще-то мой, знаешь, что только они не прошли. Да. А, их еще менты остановили. Боже. Да. Внучка Настя, да. Ты преодолела такие препятствия со своими родителями, чтобы приехать бабу Ларису проводить. И сестру. Ой, и сестру. Главное, сестру забываю всегда. Вот она невозмутимая София Андреевна лежит. Ну-ка, покажись нам, покажись. How big are you, Alexander? So big! Good job! Ой, какой молодец!
такой большой стал. Села на первый самолет и полетела. До Москвы я летела. Летела я в Москву. Там у меня попутчица, ну, такая девушка более-менее нормальная. Елена Комиссарова, передаю тебе привет. Если она смотрит. Да, она должна смотреть. Ты ей сказала про канал? Да. Так что потом, значит, я пошла искать в Нью-Йорк, чтобы идти. Сейчас, подожди. Person in there? No. Сразу? Insert a card. So did you already pay for it? Даша, я тебе понравилась? Муа! Давай с тобой дружить. Песенки петь. Давай песенки петь. Давай. Пой песенку. Да. Я смешная же. Привет. Даша, скажи. Даша? Ворота наши открываются. Не знаю, видно, нет? Ой, мы уже приехали, что ли? Да, все. О, цель достигнута, надо дом. Так, мы домой приехали. Мам, какие ощущения? Отличное ощущение. Вот, значит, так как мой чемодан проверили, вложили вот такую вот бумажку. Памятку. Ну, мне тоже таких вкладывали. Да, потому что проверили мой чемодан. Алекс, он разбирает чемодан. Да, Алекс уже, он Пашку разобрал, лягушку взял. Алекс, сядь сюда. На, лягушку. А вот еще одна. Уак, уак. Так. У Алекса игрушек мало тут. Стоит. Говори. Тоже достали эту. Вазочку достали. Зачем она им нужна была? Я не знаю. Алекс, тебе нравится в чемоданах лазить? Разбили. Что разбили? Ну, видишь, вазу разбили. Вернули. Это не мой скотч. Что, вазы разбили? Ну, стекло здесь. Ой-ой-ой. Так, сколько этой вазе лет, ты сейчас только скажи. Да что? Причем тут это бабу Валя, по-моему, подарила эту вазу. Угу. Причем тут это? Просто сам факт, что я ее перла. Вот какого хрена люди лазят, я не могу понять. Ну что там лазить? Ну проверил ты в этом, в рентгене в своем. Ну не говори. Ну нету бомбы, ну и не лази. Какого хрена? Извиняюсь за свой французский, конечно. Ну нереально просто. О, ура! Терка! Ладно, что мы свое барахло это снимаем? Давай. Все, рада, что приехала. Очень. Все нормально.